Новый состав депутатов Болградского райсовета принял бюджет на следующий год. Его доходная часть составила 1984 гривны. В финансовом управлении района объяснили, указанная сумма является лишь планируемым доходом, не считая средств Арцизского и Тарутинского районов, которые предоставили ответ об отсутствии доходов за этот год. Чиновники объясняют, что в январе 2021 года Болградскому райсовету придется вносить изменения в принятый бюджет и увеличивать его доходную часть. Планируют это дело через так называемый свободный капитал, который останется на счетах районных советов. Напомню, что в пределах административно-территориальной реформы в Одесской области из 26 районов образовали 7. Один из них – Белградский, в который вошли Арцизский и Тарутинский районы.